Пожаров в частных домах Новосибирска стало больше. Специалисты связывают это с началом отопительного сезона. К трагедии приводят неисправности печей и проводки. Сегодня пожарные и представители городских служб проверили дома в частном секторе в Пашино. Екатерина Карпенко оценила риски. Людмила Григорьевна – иступник со стажем. 20 лет живет в частном доме, с печкой обращаться умеет. Пожара не боится, потому что все предусмотрела. Проводку заменила, над огнем вещи не сушит, даже ставила пожарный извещатель. Но позже от него отказалась. Я дома пенсионерка, дома постоянно каждый день. Если я печку топлю, то я смотрю за ней. Я уже никуда не ухожу. Угу. Так что мне она не нужна. А вот почему сняли? А потому что гудит. Ни с того ни с сего ночью возьмет раз и запиликает. Подскакиваешь и боишься. Но не все подходят к делу так ответственно. Сегодня специалисты проверяют, в каком состоянии печи, отмечают нарушения и просят собственников их исправить. Наступает осенне-зимний пожароопасный сезон. Вот. Напоминаем гражданам, что необходимо проверять и ремонтировать свое оборудование. Электрооборудование, печное оборудование. Также выявляем граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. В частных домах отопительный сезон начинают порой уже в сентябре. С наступлением холодов пожаров становится больше. С сезонным понижением температуры зарегистрировано увеличение количества пожаров по отношению с аналогичным периодом прошлого года, связанных с нарушением правил устройства эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих устройств, газового оборудования и электрооборудования. Те, кто не топит печи, включают обогреватели. Нагрузка на сети возрастает. Неисправная проводка не выдерживает. Многие жители Калининского района уже наблюдают перепады напряжения. Между тем, муниципалитет готов помочь с ремонтом печи и электропроводки. Можно подать заявку на бесплатную установку пожарного извещателя. За поддержкой нужно обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения. Они есть в каждом районе. Екатерина Карпенко, Олег Крылевец, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.